Ивка на синюю линию поднялся вместо своего защитника. Разменялись местами. Ух, какая передача, да. Классная диагональ. И здесь шайба в воротах. Великолепный гол Владимира Ткачева. 2-1. Трактор выходит вперед. Вот командная игра трактора позволила создать эту позиционную атаку. Такая обводка Ткачева. Изначально-то он передачу отдавал. Шайба вернулась. А там, по-моему, Бейлин все же до него дошла. Может быть, задел чуть-чуть. Или же все же здесь такой, как говорят, broken play. Было задумано одно действие, получилось чуть по-другому, но в пользу Челябинска. Бейлин точно задевает эту шайбу, записывает себе передачу на счет. Первый гол Владимира Ткачева.